Лан-финал, лан-финалы. Да. Да, это будет не просто в доме у БТС, а будет тупо у них в кровати. И это будет 5D лан-финал. 5D лан-финал, да-да-да. Присутствием, запахами. Там, запахами, да. Водой тебе в лицо брызгать. Слушай, а прикинь, 2017 год или 2025, там, Dota 4, там, большой кинотеатр, там, запах подмышек Блэка, там, да, все дела. Ну, можно вообще включить. Хочешь, включаешь, хочешь, нет. Можно пощупать. А иногда нельзя выключить. Ну, это уже супер-супер, типа, качественный. Это суперэффект присутствия. Да, суперэффект присутствия. Типа, ты прям за спиной в Oculus Rift все сидят, и им кажется, что они за спиной потом стоят и тренируют команду прям. С тобой свапаться жизнью, Terrorblade, ты умираешь. Доброе утро, однако. Мы продолжаем, да. Мне наш утренний эфир. Подплавило. Из Калифорнии. Да, нас немножечко подплавило. На самом деле подплавило. Мы уже 12 часов примерно в эфире. Да, уже больше, да, уже даже, больше, даже больше 12 часов мы в прямом эфире, поэтому нас немножко подплавливает. В Киеве 8 утра, в Москве 9 утра, в воскресенье. Очень солнечно. У вас есть, наверное, два варианта. Солнечно, снежок. Снежок. Лыжники ездят и по лыжники, улицам. И вы можете быть лыжником. Да. И медведи на лыжах ездят. У вас есть два варианта: взять лыжи прямо сейчас и пойти покататься. Или посмотреть последнюю игру на сегодняшний день между VG и Team Secret. Именно команда. Так. Именно так. Кстати, подожди, на сегодняшний день это будет не последняя игра, ведь для тех, кто в Москве, Киеве и вообще в СНГ у нас там, в России, Украине, Беларуси. Вечером уже будет. Вечером будет еще игры. Да, да. Именно так? Да, это для нас это будет завтра, а у них-то это будет для вечером. Для вас это будет вечером, уже в 6.30, в 7.30 вечера по Киеву, в 8.30 по Москве сегодня. Последний день саммита стартует-то. Да, продолжение банкета, это будет матч за третье место между... Между... И Genius, и проигравшим вот этой вот карты. Катки. А потом будет гранд-финал между Cloud9 и победителем этой вот катки. Посмотрим, какой будет завтра день. Ну, вообще, плей-офф турнира получается классный. Вчера были 3-1-3-1 матчи, такие... Более-менее так въезжали, ну 3-0 ЕГЭ, то есть выглядели, 3-0-3-1, то есть так все въезжали. А сегодня 3-2-3-2, прям бомба. Прям, да, прям бомбалейло. Бомбалейло. Да, бомбалейло было много в прошлом матче. Бомбалейло было много, слушай, да. Слушай, супер, на инвокере, а не Блэк. Все? Все. Ну, Блэк же на Террорблейде. Да. Блэк же на Террорблейде выигрывал и одни всех, вся, всю. Так вот, стой. Ну, и Виномансер. Кто-нибудь... придумал, зачем здесь нужен виномансер? Ну, короче, я знаю, смотри, для того, чтобы замедлять. Вот. Ядить? Ядить. Ну, блин. Да, да, так серьезно, я говорю, он для того, чтобы, типа, бросать гейль и ставить варды. И потом, когда наберет что левел, типа, давать ульт. Это типа какой-то полупуш такой, да? Полупуш. Полупуш со Сларком? Сларк. Да, 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 с Брюмастером. То есть это новая глава в книге «Учимся играть в доту». Пушим со Сларком называется. Да, ну такой напрягающий полупуш. Постоянно по кулдауну брюмастеровского ульта идти и подпушивать ТВРа через змеи, через туда-сюда. Проблема в том, что там сейчас будет классовексовский инвокер. Это проблема Биг Дэдди, а у Биг Дэдди нет той... Ой, да тебе по голове! Слушай, а там же на, по голове! Он это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, айс-айс-айс. Дерись, айс-айс-айс, у тебя же ДД, дерись! Лев! Лев! Нет, не лев. Не, ну был лев, но льва убили. Тигр-лев тигровый! Тигролев проиграл, да. Тигролев. Кабролев не вытащил. Лев. Кабролев. А почему? Классовексовый инвокер. Кабротигр, конечно, кабротигр. Классовексовый инвокер уже дефится от пуша, которого еще нет. Да, но это, кстати, это очень хорошо. И идут убивать Айса еще раз. Там нету гейля. Да, да, да. Первого левела просто не хвост, и поэтому... А что, не достает, что ли? Лол. Там реально пиксель не достает. Обожаю вот эти варды с этим пикселем недостающим. Какой фейл здесь от VG. Ну, бывает, бывает. Это нереально плохо для VG. Этот вард может им игры стоить. Они сейчас 7 минут не будут там ничего фармить. И по этому поводу они решают пушить. Ну, тоже вариант. Но по XP... Не, ну, они могут пушить. Black Metamorphose есть горящий, будут жидкий, сильно жидкий проигрывать. Огонь. И Базила есть, смотри, уже. Базила? Все. Б. Аура от Винги, и поехали. Да, да, а у Винги аура там есть? Да, Винги аура. Есть Базила и Джакира какого левела? Первого, по идее, первого, да? Ой, на тебе, ты видел, как есть, Джакира получай побрал? Просто. Джакира окаянный. Побрал так, что это, блин, не смешно. Не, ну пофиг, тут тауэр должен падать сейчас, хотя у Блэка сейчас закончится метаморфоз, да, но... Там еще пачка крипов подходит. Да, дэмэджа должно здесь 100%. Пупеем надо только не дать задинайтить, если Пупеем задинайтить, это будет эпик просто. Фейл.
группы. Пупей, кстати, готов пытаться динаить. И Пупей сейчас тоже были готовы динаить. Но отправляют подальше здесь. Папи, первая вышка для Vici Gaming уже упала. Зигрет 1-0 ведут по фрагам. Ой, неплохо банку позбивал, кстати, вырос супер, СФО. Первую вообще сбил у нас в первой же секунде, вторую. Да, да, вторую там чуть позже, но все равно не дал полностью отрегенерировать. Ну, правда, СФО еще попил, еще взял, еще нашел. Да, да, он был все отлично. Кстати, напомню, что Vici Gaming на прошлом саммите заняли у нас место под номером 3. Проиграли они у ДК и проиграли они у ЕГЭ. Так что очень хочется им, наверное, улучшить свой результат. Хочется, хочется. СФО, проблемы у СФО. Это бабу, как же хорошо. Он топает, пьет, но нет. Нет, конечно, нет. Да, тут было без вариантов. Без вариантов, мы видим, убивает СФО. И первый фраг для Vici Gaming. СФО фидит в каждой игре в начале. Ну, он реально очень беспечно действует. Беспечно играет СФО, да. Он как, знаешь, какой беспроигрышный вариант загангать. Типа, что-то как-то пойдем убьем СФО. Он все равно подставится. А, ну да, пойдем. А он вроде и не против. А он вроде и стоит. И готов, всегда готов. Да, кстати, тут вижу менеджера ЕГЭ Чарли все-таки уговорил Артура уехать. И Артур уже уезжает. И правильно сделал. Правильно, абсолютно верное решение, вот. Учитывая, что в 9.30 играть. Вот красавчик вообще. Да. Не знаю, кто, Артур или менеджер, но... Чарли, Чарли красавчик. Значит, Чарли отсюда красавчик. Надо ливать. Конечно, вот Чарли с ключами. Тот, если кто-то уже... хочет завтра играть в да, доту, сюда надо ливать уже. Оставаться. Тут, кстати, Пайкат еще должен играть шоу-матч с Лодой с ЕГМом. Эти товарищи уже вряд ли не смогут держать Клаву. Ну, блин, они постараются. Может быть, может быть. А, ладно, ну что, 1-1, шестая минута матча. Ну и Куроки, которого мы пока не видели, имеет невероятным образом ранний Мидас. Куда летит Виномансер? А Брюмастера убили. Не знаю, Брюмастера опять убили. Виномансер прилетел. Камерамен что-то устал, по-моему. Понятное дело. Слушай. Ну их два. То есть они там 5 матчей один, 5 матчей другой. Там Маут и Блейз, два камерамена. Кстати говоря, Затейл, видимо, летел в мид. Думал как-то подсейвить, но отменил ТП, и он тот-тот. Да, ну это плохо. Да, Блэк приобретает себе Power Treats, и Куроки сейчас купит себе Hand of Midas. Ну, слушай, не такой-то невероятно быстрый. 6 минута это... Обычный ну, тайминг. Ну, базилка, да, щиток, да, да. Ну это нифига не обычный там да, не, Мидас. Обычный нормальный, тайминг, нормальный да. Человеческий Мидас. Это 8-я. Ну, Блэк, он денег больше. Ну, Блэк Тауэр забрал. Ну, да. Ну, блин, то есть, если ты заберешь Тауэр... Вот, сейчас Сларк его уже догнал. С Сларком, то ты тоже Сларк его сейчас еще... будет... Не-не-не-не. Я вообще за Сларка в этой войне. Да пошел, я забыл, что я болею против Вичи, потому что они орали тут и кривлялись на нас. И перекривляли, как мы говорим, Road of Atos. Так что мы болеем против. Опа, Пупей. Здрасте. Ой-ой-ой. Ну и минус Пупей, да. Тут в любом случае Cold Snap, да. Дает себе грейв. Но здесь уже СФО. А у СФО есть ульт. А у СФО есть ульт. И вот так вот затылок ему. Ну а СФО, кстати, травы. Динамансер. Тут реально такая. Ну еще кого-то, еще кого-то надо цеплять. Убегает далеко Винга. Ну далеко уже Винга. Слишком далеко. Далеко. Ну и всей толпой смогли разменять один в один. Вроде как и в плюс, а вроде как и сук все проиграли. А Блэк-то фармит? Ну, Блэк-то фармит. Блэк-то фармит, и Инвокер в миде только что стоял спокойненько. Да, и Брюмастер потратил ультимейт для того, чтобы убить Тайда. Кстати, где Блэк-то? А, он Блэк вообще в лесу оставил Джакира. Здесь тоже грамотный ход. Чтобы Джакира апнул свой седьмой. И так толкать можно было. Слушай, это же Джакира от ВГ. Это который не дерзкий. Это который стесняется. Стеснительный Джакира. Джакира стесняшка. Да, стесняшка такой. Он как такой, я бы хотел плюнуть в этот тавер, но что-то не буду. Ну, мне мама запрещает. Да, ой, торнадо отлично. Ой, как хорошо здесь играли. С4 третий раз погибает, кстати. Да, кстати, С4 третий раз погибает. Это беда, провал 0-3-2, и тут тем временем... 3-2-2 это, а не 0-3-2. 0-3-2. Ну, думаю, вообще, да, на 3. Ну, что-то С4 тоже немножко... Симба! Немножко хреново начало. Может, устали уже ребята, уже все-таки... Да, ну, Ясен Болт устали, типа, все устали. Может быть, немножко устали, Симба просто умирает. Симба просто пришел, умер. Просто умирает. Вот это что вообще? Все просто умирают. Ну, и 6-2, здрасте. Но Тавр забрали. Просто наглый тупо фид. Какой-то наглый фид у вас. Вы там аккуратней. Не, серьезно, ну как так дохнуть? Я понимаю, пришел Сларк, ну я понимаю, пришел там Дум, окей, ошибся. Но Сларк куда лезет под Тауэр? Как, что? Давай, ну скорее... Тауэр забрали, не, да? Не-не-не, давай наоборот. Все-таки скорее Сларк подумал, что возможно, немного рискуя, они заберут Тауэр, и это будет того стоить. Но Дум просто пришел, получил Cold Snap и просто умер. Да, Дум, может быть, на забыл, него потратили что у него там примерно один армор. Да, у него один, ноль у него армора, если он не брал вообще крипов на самом деле. Один. Один? Уже апали
один. И было написано в чейндж-логе: теперь у Дума слишком много армора. Да, один. Но он, возможно, у него там, слышишь, возможно, у него там еще какие-то транквилы. Есть у него армор, но ему все хватает. Ему реально там запихивают так, что у него, короче, большой урон слабки. Да, собственно, Дум, понятное дело, рассыпается прямо на запчасти, как только подставляется. Ну и что дальше? А что дальше, непонятно. Дальше Курокай. Да, у него, кстати говоря, нету никаких транквил, но он, кстати, фармит тоже мидас. Ну, наверное, правильно. Да, я понял, что правильно. Наверное, правильно. Все-таки против Террорблейда, который, кстати, разгоняется очень так нехило. У него, блин, уже есть половина Яши. Террорблейд очень жестко. Девятая минута. У пацана половина Яши ПТ Аквила. Знаешь, как правило, вот с Террорблейдом все игры всегда одинаковые. Если он к 20-й минуте имеет манту и там еще что-то, эти игры не выигрываются, ну, уже. Конечно. Вот Терроблейд выигрывает их все. Ну, здесь он будет иметь манту, ПТ, аквилу, барабаны. Ну, может, без барабанов, да? Но он будет иметь вот это вот все, это 100%. Да, в этой игре что-то секрет вообще уже расслабились, они не заблочили респ. Вот, ну, сейчас смотри, опять нападают на S4. S4. И он опять умирает. А еще кто летит? Виномайцер помогать летит? Да. Вот помощничек. Опа, вот он помощник. Вот он помощничек. И такой прям жалом машет. Да, это провал, это провал. Это конец. Секреты, конечно, начало игры просто очень сильно вваливают. Что они валивают настолько сильно, честно, со Сларком и Думом Лесным нельзя так начало валивать. Ты вообще не выкарабкаешься. Ну, к чему был этот Виномансер? К чему? Виномансер — это провал. Висп смотрелся. Можно было еще придумать героя. Тем более секретом, которые умеют, могут, знают. Тем более секретом, которые его ферст-пикают. Да, вообще. Да, да, а и против них вся Европа просто банит. Это тут китайцам пофигу. Почему? Почему просто не взять? Может, секреты подумали, типа, блин, ну раз им пофигу, значит... Значит, он не так крут. Да, смотри-то, что происходит. Попей просто. Слушай, а Джакира-то не такой уж и стесняшка. О, Джакира. Так это не тот. Это Fight of Fenrir был. Нет, то был супер. А супер был, да-да-да. Джакира, он реально... Супер. А Фай вообще, он такой топчик, топчик. Он вообще чувак, это топчик. Не, ну и Фай, он толковый дядька, да. Да, не стесняется. Какой бедный Старк, ты всякой бомж. Просто не, ну там 2000 просто в мидосе, поэтому... Да, ну, ну да, ну, ну, ну бомж, все равно. Ну бедный, ну бедствует. Ну есть 4 вот, которого сейчас 1300 золота, и которому еще до даггера там фармить минуты 3-4. Ну, это а если тут, его убивать не будут. Тут у Симбы мидас будет через минутку уже. Вот, вот ну, буквально. Блин, S4 вообще-то печален в этой игре. Очень печален. Что-то сколько у нас уже? 4. S4. 0.42 у Samsung Galaxy S4. Скрытая да. реклама, слушай, Samsung. Да, да, да. Ему платят стать, по-любому. Им надо стать персональными спонсорами Густава. И он нет, будет просто они... выходить такой, знаешь, выходить такой из кабинки на интернешле, такой, good stuff. И Samsung ну, Galaxy да, S4. Да. Слышь, S7, чувак, с Airlines. S7, он рекламирует S7 Airlines? Да? Наверное. А что, есть чувак с ником S7? Есть, в пабе русский. Да. Нормальный задрот. S7, я сомневаюсь, что он играет. Понимаешь, что сейчас его взлетело до невероятных высот. Я, кстати, однажды летал S7 Airlines. Я не верю, что слушает наш стрим. А может, кто нас слушает? Кто нас вообще еще слушает? В смысле, еще, нас уже начинают слушать. Нас уже, люди возвращаются, но правда, конечно, мы скоро покинем. Люди, идите спать вообще, да, что вы делаете? Нет, а точнее, это мы скоро пойдем спать. А вы идите кататься на лыжах, а вечером придете, будем смотреть последний день. Да, тут, пока мы смотрим Джузия Симба, до свидания, о, Симба. Он вот, прибывает вот S4. Ой-ой-ой-ой-ой. Он ультит. Не ультит, что? Что? Куда? Ай-яй-яй, Густав! Это был колдснэп. И просто Куроки разваливают на куски. И Виномантер. На куски, и Пупей разваливают на куски. И, это ребят, куски! Это good game. Это реально ГГ. Это Густав. Это good game. Это Г. Здесь не было даже Джакира. Он вообще фармит линию справа. Слушай, их просто убили. Их просто, вот просто изничтожили по прямой. Стоило столько падений стараться, чтобы всосать вот таким образом. Боже да, мой. Да, да. Горение, конечно, серьезное. Нам показывают секрет. Они понимают, уже понимают, что они проиграли, да. И Ноутейл вот, вот уже это все, вот все почему понимают. Всегда наши команды европейские, вот всегда они выдумывают какого-то ссаного виномансера на пятой карте. Чувак, я тебе могу рассказать про ссаного виномансера? Финал Интернешнала. Да, Никс. Ссаных виномансеров там было... Штук 8. Вот да. В последнем финале. Реально, в каждой игре. Да, Вичи как раз. Да, Вичи взяли ссаного виномансера. И вот. Ну, и где они потом? Второе ну, место, вот а не первое? Ну вот у Рутикея спроси, где вот, они вот, потом. Вот, да. Вот.
Саны, Виномансер. Второе место. Не, ну понятно, да, да. Там-то да. Можно было и первое взять. Виномансер. Это очень. Знаешь, дряхлая... тот финал был такой галимый, что я уже и забыл его. Это очень дряхлая хрень. Я Виномансера того никогда не забуду, вот в чем дело. Да, смотри, нет. Вот, а этот Виномансер, он ползет. 32. Он ну, похож на того. Ладно, есть последний шанс, на самом деле, сейчас. Да, ну какой себя. Шанс там Террор Блейд? Какой шанс перевернуть? Поймать Террор Блейда, убить? Это же патч. В этом патче можно сделать камбэк. Да, ты смотри, смотри. Спину ТХД идут. И убьют сейчас ТХД. Убьют ТХД. Да-да-да, убивают. А вот Виномансер, дом в него. Бей эту суку. Ломай его. Воскресенье, 8 утра, ты что? Бей этого... Пейка, есть Грейв. Бежать. Папе, бежать. Жить, держаться. Умер. Ножку подвернул. Ай-яй-яй, беда. Да, 14-3 продолжает Vici Gaming действительно доминировать. Не показывайте, пожалуйста, Террор Блейда, потому что я даже не хочу смотреть на него. Но... У Тайда там... У Тайда там какой-то ад. У Тайда мека, блинк, аркан тапки, который он тупо не несет, он принесет, когда будет готово. Он оба, фору дает. Здравствуйте. Но он не убьет его. Он вингует, вообще не бьет. У венги фейзы. Вот такие дела. Да. А у венги сейчас, кстати, может быть, 4 тапка, и она, в принципе, будет права. Фейзи норм. Слушай, а это хорошая идея? Да. 4 тапка. И чё? Так это в натуре хорошая идея? Не, давай. Для винги, лол, так это круто. Ладно. Слушай, у тебя есть мана, у тебя есть мув спид, у тебя есть реген. У тебя реально все есть. Все есть. Ну, да, и на Агилу включаешь ПТшку, у тебя реально все есть. Изи, план. Слушай, все, я уже знаю, что я буду в пабе вот, делать. Вот, смотри, 15-я минута, манта и арчит. А еще тревела опять. Блин, арчит и манта. Слушай, 5 тапков и ветка. Ладно, тихо, Виталий, тихо, вы про 5 тапков. А есть 6-е какие-то тапки? Нет, пока нет, скоро будут. Мы еще хотели с блинком сделать. Скоро будут, говорит, тапки с блинком. Слушай, 6-е тапки это просто тап. А, кстати, да. Смотри, нашли ну Куро. Вот, смотри, привет, ну, привет Куро. Сик. Не, есть Грейд, нормально, Куро еще успеет подраться, но есть Рейджевуха, Куро уйдет в Shadow Dance. Ой-ой-ой. А СВ не может разложиться до сих пор, что ли? Боже, у СВ очень тяжелая игра, но тут, кстати, Супера можно пытаться приговорить, если он идет в инвиз. Свапчик бежать. И тут Джакира подходит. Ой, там уже... А, там Террор Блейд. Тут развал кабинета. Он уже один в 5 уже здесь, С4. Развал кабинки. СВ, Блинк, но его убивают. Можно ливать. Ну все, еще Кура 400 умирает. Ну лол. Реддентовская Прада. Кура Реддентовская умирает. Кура Реддентовская. Смотри, там Блинк, Мека. Там пипец денег. Это, походу, на Тейл подрезал. И Симба. Сплит-пуш. Сплит-пуш еще и Дум с Мидасом. Но он сплит пушит. Да, ребят, это уже даже не смешно. Действительно, секретов на последней карте просто избивает. Просто не хватило. Просто морально, устали. Физически. Да. Типа и на стадии драфта. Ну, китайцы, они же нет, они же мы роботы. Же знаем китайцев. Они, если турнир бы продолжался сейчас, да. А сейчас бы, скорее всего, китайцы без шансов. Ну, вот он, Симба, смотри. Блин, китайцы бы сейчас без шансов закатали бы всех. Конечно. Приходили бы свежие чуваки, и конечно. Китайцы, которые сидели 6 часов и играли 6 часов. Они киборги. Они играют все лучше и лучше. Это реально киборги просто. Я не знаю, почему так. Это, блин, замечено давно. Их как будто вот тренируют специально играть бесконечное время. Вы будете играть бесконечность, ребята, вам надо уметь это. Что происходит с Куроки? Я не знаю. Он делает уроки, и он улетает. Ты посмотри. Куроки там... делает уроки. А, ой, что, супер! Тут, слушай, тут пошла дискотека. Пошла, да, пошла. Куроки пытаются сделать тип-аут, его поднимают, там уже ветра, приморозка, минус Куро. Но сейчас был Сайленс, ты козырный зашел. Сайленс был хороший. А, ну, файт-рекап. Супер явно не киборг, скажем так. Ну, супер ошибается. Да ладно, 460. Да вообще, фига, 1488. Да, 1488. Да. Фидить Куроки мы не бросим, 1-4-8-8. Нет, тут пока что фидят не Куроки. Ой-ой-ой-ой. Пупеха. Не хочется Сандер, наверное, юзать, или хочется? Так, а нет микростанов Сандера. Боль, уже ж нету. Был в первой доте. Нет, в смысле, был. Во второй он тоже был. Во второй доте был? Да. Такая же долго была. Ему, вот, один из недавних патчей. Нет, понимаешь, что для меня Террор Блейд до появления в ЦЭМе вообще не интересовал. Ему убрали микростан и увеличили рейндж. Да, в прошлом патче это было. Ну, прошлый, позапрошлый там какой-то. В том, который сейчас играет. А может, и в 682 в том общем? Да, забей. Так и было. Забил, как скажешь. Можно свапнуть, короче, так с... Он дазал... Отменит ТП и убьет тебя еще. Сам отменит. Слушай, а крутяк? Крутяк? Развести на то, чтобы он отменил ТП. Да.
Mind Games. Ну так, да. Да, ну не, ну как Mind Games? Слушай, а там же есть минимальный трешкол, сколько хп остается у Террорблейда? Есть, есть, да, есть, да, есть. Да, сколько там, ну, процентов? Там 30, 25, чем 20, что-то больше такое. Левел, тем круче. Я понял. Или 30, ну, я что-то такое. Я трешкол-то этот не помню, к сожалению. Ну, я же говорю, там что-то типа 30, 25, 20, что-то типа того. Так, ну что, у нас 24 счет на 19-й минуте, пятая решающая карта второго полуфинала. Кстати, я вам еще раз всем напоминаю, уважаемые наши утренние... Это что такое? Это что? Это... Фидить Куроки он не бросит, 1-4-8-8, да? Ну, почему? Ну, ГГ, ну напишите уже, 21-4. Битва! Битва! Это львы! Кобра-тигр? Кобра-тигры, кобра-тигры просто. Вот, да кобра-тигры продолжают драться. Ну, кобра-тигры это вообще вичи, смотри. Айс-айс-айс, подумал, уйдет, идет, бежит! Тигр! Утонул, надо ему поднимать. Но он убьет Айс-айс-айса, добьет. Айс-айс-айса-то он убьет, надо гнаться еще за кем-то. Погоди, кого он там убьет? Ну, Айс-айс-айса. Айс-айс-айса, вот, Айс-айс погиб. Ну, а дальше Супера. Так, а дальше что, летает Блэк. Супера, и тут же Дум. Супера принимают, Супера бьют, Супер умрет. Слушай, Супер-то умер. Блэк, Симба, 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 да, Блэк. Мы забыли про одного типа, вот именно про этого. Да блин, китайцы немножко расхлябаны, так-то играют. Опять же, ICS где-то встрет один на какой-то Doom. То есть, три соточки, да, это вот Terror Blade, знакомьтесь. Глэк. Мой никнейм из Глэк. Ты говорил, на 20-й минуте, если у него будет манта, будет все хорошо. У него манта из Кади. Да вот я что говорю, он на 15-й минуте купил уже манту на 15-й. Да. И... Китайцы могут играть понадежнее, что ли, и пойти просто вместе. Могут, да, закончить... но они уже тоже думают, все, victory, let's go, right click, finish him. Ну, все. Вообще ну, так ты... нельзя думать обычно в этом патче, особенно. Как бы не успеваем, не задаем мы это повторять, здесь может случиться кумбэк. Big comeback. Мы видели, на том же DreamHack были 20 тысяч преимущества, отыгрывались. Да, ну, там от героев ног зависит, вот в том-то конечно, и дело. Конечно, да, ты прав, абсолютно прав. Но у Secret, в принципе, есть Doom. Это Doom. И Brewmaster. Эти нет, герои... Doom всегда может поймать да, какого-то там Terror Blade, вот, который не в форме, с блинка, вот задумить. Только Terror Blade. Потому что Terror Blade убивает все. Если его отконтрить, то в принципе без Terror Blade. Драться все, можно. Все играбельно, но если Террор ну, Блейд... Ну, Скади, ну ёшкин ты кот, ну куда, алё. 20 минут. Скади, бобры. Манта, ПТ, Аквила. Это нормально, это вообще, ну, Блэк, это законно. 2000 хп. Черт его знает, да что это с ним забей. 26 армора. Не, понимаешь, его даже за Doom не понятно, блин, как и 3 сотки урона в метаморфозе больше там даже, чем 3 да, сотки. Да. Там где 350. И несколько иллюзий. Это же просто бобошечка. У него белого дэмэджа больше 200. Да, да, да. Ну, иллюзии там вместе будут соточку выдавать с лишним. Забей, иллюзии валят так, что это, блин, не смешно. Ну, там три да. блинка мы видим есть. Куроки, Симба, С4. Ну, Биг Дэдди что-то пакуется. Что ты можешь сделать с блинком? Это вроде нож, но им нельзя порезать врага. Достал нож и креш нельзя достал сделать. Достал нож и креш? Сейчас, по-моему, одна из последних драк этого полуфинала будет. Наверное. Блэк может танчить личиком, потому что у него есть что? Аегис. Ой, он юзает метаморфозу, привет, юзает манту, юзает иллюзию и много еще блэков. Еще иллюзию и... Так, вот и СВО врывается. И... Моментально Сайлец моментально умирает. Ну кто ж топает, а? Ну, у него байбек был так, Виноманс. Ну да неважно, все равно, зачем топать, ну прыгнет и дай ультимейт, все. Ну, не, ну Веник разультился, отступают теперь Вичи. Да, здесь оба. Ну Думер, отличный Дум. Ну, как разваливает Блэк, ты посмотри, как разваливает Блэк. Боже мой, он разваливает больно всем, делает. Кстати, вот еще Сандер, боже, с Ноутейлом. И он убивает людей. Минус 4. Это ГГ. И Брюмастер сейчас тоже умрет, все байбекаются, Дум байбекается. Брюмастер что-то там... Борется просто до конца, здесь слушай, уроки, Фенрир тоже Фенрир погибает, но... Куроки тоже. Блин, ну погибает. Какой дэмэдж, Блэк, пока он летает, еще более-менее все. Он опускается, дает тычку, 250 это дэмэджа, фантастика. Плюс. Там... Это Террор Блейд, это но один из самых... Но, сторону не забрали. Да, какая разница, блин, там 500 байбеков заюзали, просто чтобы... Это было минус 5, 2b, 38 счет, ну 4 куда? Байбека было. 4 байбека. 3. Да, Виномансер. 4-4, да. 4, блин, байбека. И это просто, чтобы забрать там пару суппортов и не потерять сторону. Блэк сейчас купит еще артефакт. Они 5000 голды сейчас потеряли, несмотря на то, что они уже 15 проигрывали. То есть там... И это забей. Это больно. Это Блэк неприятно. Блэк просто делает... А я одно очко заработаю. Очко заработал? Очечка. Они ж по 3 заработают. Кто? Кто они?
Где, кто? Вы... Не, они все ставили. А, по барашку, да. Все на секрет ставили. Все на секрет, да, только да, ты ставил на Вичи, да, да. Правильно, да, правильно. Я, в принципе, Тайт купил заполняю. Владимир! Воу, 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 воу. Ну, хелпа своим, понимаешь, террорблейдику хелпа, террорблейдику. Да, понятное дело, я и удивлен, что ничего себе. Больше дэмэджа для террорблейда. Секрет пупей погибает. Симба ловит Иул по Супер лютый жесткий просто. Да, Симба бежит куда-то, Куроки бежит. Даже не показывает, как Симба убивает. Симба, тут, ну, он тут как просто умирает, как большой толстый крип. Да, Блэк исправляется, скажем так, супер, за свою вчера, в прошлую игру. Да, Супер просто наваливает по Блэку, кстати, не очень больно. Блэк, свап от Винги Блэка, прикольно. Какого Блэка? Ну, он свапнул, супера свапнул, точнее, подстанил. Ну, а тут уже хозяйничает ТБ. Привык я, что Блэк играет на инвокере. Вот Шейкера вместо Виномансера. Хотя бы его. Хотя бы. Я не знаю. Просто что может Виномансер? Что может Натейл на Виномансере? Как бы Натейл может много чего сделать. Но что, блин, может этот герой? Это Виномансер. Это худший герой в доте. Дошли уже, да? Давай откровенно, это почти худший игрок. А кто самый худший? Кристал Мейден? Да, в принципе, Баратрум, наверное, все-таки. Ну ладно, Баратрум. Я не знаю, что нужно, чтобы Баратрум перестал быть настолько плох. Стрелот С4 опять прыгает, и ничего он тут сделать не может. У него есть ульта. Ультит. Фенрир минус. Фенрир, нифига, он до сих пор живой, он еще урна хилится. До сих пор живой, если все там уже разваливают и эти просто... Терраблейда, кстати, сейчас форма просто закончится. Просто панзачик разваливают, Куроки пытается кого-то пинать, но ну, кого-то попинает убили. Его. Дум по Блэку, и УЗСО, топ не топнул даже. Что происходит? Блэк трипл килл уже без формы, и вот он, Симба, это будет это ультра практически... килл, и вот оно. Г. Но не пишут. Секрет, ну, не сдаются. Они, а, да, вот. ГГ, ну вот они. Вот, ну наконец-то улыбки выигрывают. Да, выигрывает да, этот полуфинал Vici Gaming. Ура! Поздравляю, Vici Gaming. Ты заработал очко. Я заработал очко. И ты вырвался ровно никуда. Это единственное очко за весь день, заработанное кем-либо. Чувак. Кстати, да, чувак, вот просто вот. Ну блин, я был ближе всех везде. Ну давай мы тебе 3 очка подарим, чтобы ты хотя бы, да, давай, чтобы давай, ты хотя бы конца догнал. Не, все че, правила, все пошел в жопу. Завтра больше очей нальем хорошо, за все. Да. Окей. Да. Да. Ну молодцы, Vici Gaming, что сказать. Принципе... То есть сегодня у нас на всех пятерых только НС одно очко заработало. Да, да, вот за целый день. В принципе, Vici реально выиграли лучше. Да. Overall, так сказать. Ну да. У нас два раза повторилась история, когда одна команда с 0-2 отыгрывается на 2-2 и не хватает ее да, на третью карту. Такая ирония судьбы, Secrets EG очень много рассказывали про финал. Secret говорили, мы в этот раз EG точно в финале одолеем, EG говорили, мы как бы боимся Secret, ну там, больше всего Secret ждем в финале. Финал. Вот эти разговоры, они все время доводят тебя. Не, вот... ну Secret EG будут играть. Да, 90 на 10. Я тебе вот о чем эти. И говорю, что Secret EG будут играть, только не в финале. Да, Best of 5 завтра в 9:30 утра. А Vici Gaming будет играть против Cloud9. Слушай, если Vici Gaming выиграют завтра, это будет... Ну блин, Vici Gaming, они как не знаю, они все время выигрывают. Они выигрывают все, куда они приедут в Европе. Ну, почти все в Европе, в Америке. Ну, практически да, все. Но может, это вот та самая выносливость, которая у них есть? Может быть, я не знаю. Ну, сетка у нас что-то не обновляется, какие-то глюки с титрами, ничего страшного. А, все понятно, Vici Cloud, финал завтра, 23:00, 12 ночи по Киеву, час ночи по Москве, эта игра состоится. Ну, а в 8:30 по Москве, в 7:30 вечера по Киеву для вас уже сегодня, то есть в это воскресенье вечерком, мы будем смотреть матч за третье место.